Всем привет, дорогие друзья! Привет! Как ваша пятница пожелает? У меня просто отлично! Наконец-то эта неделя закончилась! Так я ждал уже, не знаю, к пятнице все. Силы заканчиваются, силы на исходе. Ну, вообще планирую сегодня поехать к бабуле, к прабабушке Даниной, но, видимо, не судьба, потому что там кто? Дачники. Там дачники устроили жесть почти на всех трассах, куда мы можем по два пути, ну, помимо мелких, два основных пути выбрать поездки, и там на одном пути перевертыш. Фура тоже перевертыш, и кого она там подбила? С утра подбила фуру трактор, сейчас там просто какой-то перевертыш. Трактор залез на столб на какой-то, фура сама перевернулась, всю трассу перегородили, все уже черное, и дальше опять тоже еще какая-то авария, тоже пишет перевертыш. Вообще какая-то жесть, эти обезумевшие дачники в пятницу едут в область, не уехать в пятницу, бабушки не навестить, а в понедельник с утра в 6-7 едут в Москву. Да, такое, так несутся, что порой вызывают вертолет потом МЧСовский. Мы с Аней несколько раз наблюдали, как прилетает вертолет на трассу, садится. Данюшек. Данюшек, помощники. Данюшек, помощники, передает всем приветики. Так что мы свою поездку, наверное, перенесем на выходные, завтра, послезавтра, пока не определились. Хотели сейчас прям поехать стартануть, ну, после моего рабочего дня, но, увы, смысла нет. Там обезумевшие дачники вот с такими вот глазами быстрее шашлыки пожарить хотят, торопятся, и фура таранит трактор. Да, я тоже хотел поехать, но нет. Зачем подвергать себя риску и этим обезумевшим людям, которые так спешат? Мы просто видели, как они по пятницам катаются, там просто такие гонки устраивают. Так что мы останемся дома, пойдем на прогулку, наверное, сейчас чуть-чуть попозже. Когда кто-то проснется, ты что, спишь, что ли? Только проснулся, что-то зеваешь ты уже. Ты... Соня, ладненько. Скоро, наверное, прогулку пойдем, да, Данишек? Да, такой кивнул мне, ты видел? Мы дошли до парка лесного нашего классного, который, ну, достаточно далеко от нас. Взяли с собой, конечно же, нашего мохнатого шмеля. Взяли с собой кофе. Но теперь в такой банке, потому что мы расколошматили БМВ-шную банку. Случайно, конечно же. В эту нельзя наливать горячее, Аня сказала. Ну, вроде можно, но по инструкции было нельзя. Взяли с собой шоколад, который Лучик уже много раз пытался скушать быстренько, пока никто не видит. Но здесь вот на той площадке, на большой детской, там, конечно же, крик и ор. Мы где тренажеры, Аня сейчас сказала, пойдет тренироваться. Данюша уснул, теперь не спит в коконе, а здесь в лесу прохладненько. И мы ему одели, во-первых, комары, и прохладно стало. Время уже, наверное, 8, там, не знаю, сколько времени. Да, на солнце еще тепло, а вот здесь как в лесочке прохладненько совсем. Прям уже так ветровочку какую-то хочется одеть или что. Но здесь прикольно. Лавки удобные. Со спинками такие большие. Вот там дети слышно, наверное, визжат. Данюшек, помаши всем из своего кокона. Угу. Не? Язык показал. Язык. А ты че? Хорош. Луч. А ты чего? Вот чего ты? Ну рассказывай, чего ты. А он шоколадку хотел сейчас съесть. Много раз. Угу. Много раз шоколадки пытался стащить. Лучик, ну рассказывай. Как ты до жизни такой докатился, что хотел шоколадки стащить? Угу. Тебе не стыдно? Чуть-чуть. Ну ладно. Лучику чуть-чуть стыдно. Ну, надеюсь, завтра к бабушке отправимся. К Данюшиной прабабушке, а еще к Данюше приедет его тетя. Тетя Алина. Кстати, вообще там пипец. Там пипец, но мы... Ну мы, да, правильно, решение приняли никуда не ехать, потому что сегодня там просто какой-то кошмар. Комаров ужас сколько. И такие большие. Меня сегодня в 3 ночи атаковали комары, что я бегал, искал ночью этот фумигатор включить, потому что просто было невозможно. Я несколько убил комаров, несколько меня просто решили заживо скушать. Как у вас там с комарами-то дела? Нормально все?
Пришли мы с прогулки, а у нас тут это. На Даниной кровати, да, исполняли? Угу. В Даниной комнате. Лучик стал Даню целовать. Да, он стал. И он разрешил его погладить. Даня его погладил. И вот что он так вот после делает. Прогулки. Лучик. Лучик. Лучик, у тебя все хорошо? Замечательно. Все хорошо, да? Ты счастлив? Поход делал, что да. Лучик. Что вы скажете по этому поводу? Даня ничего нет. А Даня там занимается. Мы набираем уже ванну. Будем сейчас уже его купать. Потому что время, да. Полдевятого уже. Будем купать его, потихоньку ужинать сами. У нас сейчас, да, вот такая процедура. Нужно сначала Дане скупать, а потом только самим поужинать. Так вот, с маленьким ребенком, так. Лучик. И дышит, дышит, Саня. Запахался. Ой, Лучик. Ну что, наконец-то наступил вечер. Почему наконец-то? Хороший вечер и хороший день был. Да, прям все. Погуляли отлично. Классно, в парк сходили, вообще обалденно было. Да, там хороший парк, в принципе, и мы так подумали, идти нормально туда, только там дорога, блин, оживленная, не очень вот эта вот дорога. И сейчас в последнее время страшновато, потому что постоянные грозы. Неожиданно. Ну, достаточно резко. А завтра обещают, кстати. Там снова грозы. И мы же сегодня хотели поехать к бабушке, да. Вам говорили, что там пробки, дачники, и у меня коллега ездил как раз в этом направлении, да, и по направлению бабушки она сфотографировала аварию. Вот, посмотрите, здесь видно, вам сейчас покажу, ой, не фокусируется, эх. Давай. Вот. Видите, ехал трактор, и ему въехала фура, и фура рядом вон там. И тоже фура потом прилегла поспать. Лежит, тоже отдыхает. Надеюсь, что все, конечно, живы-здоровы. Но вот так вот бывает на скоростном шоссе. Вот так бывает, когда летят сумасшедшие дачники в 2 или в 3 часа дня, быстрее пожарить шашлычки. И... Ну не думаю, что он на фуре ехал на дачу. Нет, это сам, как это, катализатор процесса всего вот этого. Конечно, начинается движение, вот это нервное, шумотное, нервное, да. Я помню, что мы с Димой как-то ехали, с Европы, наверное, ехали, и завернули на эту трассу, и, блин... Когда к Москве подъезжаешь, такая движуха появляется. Сейчас стрёмно так становится. Ну, нервное очень движение. Непривычно, да. Особенно с Европы, там все спокойно, никто ничего не обгоняет. Да ладно, в Италии носится тоже как сумасшедший. Ну, в Италии, да. Нет, просто очень нервная, возбужденная какая-то движуха начинается. Да, движуха начинается, так неожиданно вот это все меняется, движение сразу резко. А завтра мы планируем тогда поехать к бабушке-прабабушке, да. А еще завтра к нам приедет кто? Моя сестра. Или Данина тетя. Тетя Данина. Да, будем тетя знакомить. Тетя Алина. Будем знакомить, потому что, ну, то же самое, то, что и у меня папа приезжал, все родственники еще доехать не могут. Не могут по таким причинам, как и все, и у всех причины, да, вот ситуация вот эта вот во всем мире. Да. И сейчас потихонечку Данюша начинает знакомиться. Да. И надеюсь, что скоро еще будут новые знакомства. Наконец-таки, я бы сказал уже. Пора давно. Да, поэтому... Родственники наши, все, кто смотрит, мы вас ждем, приезжайте к нам. Все, будем прощаться. Будем прощаться. Обязательно посмотрите следующий видосик, который выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Где твой лачонок? Лачонок. А еще сняла видео про первый прикорм, тоже его посмотрите. Ну, так это будет скоро совсем, да? С вами были Аня и Дима Сугроба. Всем позитива. Позитивчик. Всем пока-пока. Пока-пока. Thank you.